Всем привет! Предлагаю вашему вниманию детектор модель 56535, и предназначен он для обнаружения в стенах деревянных балок, перекрытий, электропроводки переменного тока под напряжением, и также можно с помощью его обнаружить металлические объекты с помощью вот электрических сигналов, которые он издает. Применяется он, как я уже сказал, для обнаружения проводов в основном, ну и также и при обнаружении труб, при установке электрических устройств, то есть кондиционеров, воздуха, дымососов различных, вентиляции, ну и так далее, а также для обнаружения деревянного каркаса в мебели. Здесь у него вот на лицевой части переключатель, выбор режима работы. Вот в средней части, когда он установленный красными буквами, вот написано, это режим обнаружения скрытой электропроводки. То есть прибор реагирует на провода под напряжением. Если влево сделать, то это для обнаружения деревянных объектов в стене. Если вправо сделать, то для отыскания металлических объектов в стенах. Здесь вот у него на боковой поверхности кнопка, написано push, ну типа кнопка пуск. При нажатии на нее прибор начинает автоматически калиброваться, то есть подстраиваться, и издает звуковой сигнал. Вот сейчас я наложу на стену, нажму на кнопку, вот начинается калибровка. После того, как он откалибруется, звуковой сигнал исчезает. Вот сейчас у меня там выскочил значок, молния такая в треугольнике, то есть здесь где-то рядом прибор показывает, есть опасное напряжение. Здесь у меня и в самом деле рядом розетка, вот, и уже прибор реагирует на опасность. Каким образом вот с помощью его искать скрытую электропроводку, сейчас я покажу. Вот у меня две розетки здесь расположены, и вот здесь вот в этом месте проходит провод от этой розетки к этой. Я сам его прокладывал, поэтому я точно знаю, что провод здесь есть. Накладываю прибор на стену, начинаю калибровку. Прибор откалибровался. Вот если выше вести, где проводов точно нет, значок молнии исчезает. Сейчас буду пытаться найти провод. Так, молния появилась. Так, веду дальше. Вот уже начал показывать, что провод где-то рядом. Как только я подведу к краю провода, прибор издаст звуковой сигнал. Вот, раздался сигнал. Здесь в стене проходит провод. Довольно точно можно определить, где находится провод. Для определения здесь специальный маркер, нарисованный на корпусе прибора. И когда мы подводим, как только начинается звуковой сигнал, сейчас еще раз откалибрую. Так, засекаем это положение маркера, ведем дальше, засекаем то положение, когда звук исчезнет, и потом вот в этой полосе находим середину. Вот слева направо я прибором веду. Раз, начало полосы, веду дальше, окончание полосы. Вот, полоса получается шириной, если по маркеру вот смотреть, вот поэтому где-то сантиметр полтора всего. То есть подводим, когда начинает сигнал звучать, засекаем по маркеру. На стене делаем метку, ведем дальше.
пока сигнал не исчезнет. Снова делаем метку. И затем уже находим середину. И там, в этом месте, должен располагаться провод. Если перпендикулярно стене расположить прибор, то он уже показывает не так точно. Вот вы видите, что совсем ничего не показывает. То есть его надо располагать прямо на стену. Откалибровать и отыскивать электропроводку в стене. Вот таким образом. Ну все, спасибо за внимание. Всего доброго.